Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Вера Ванюкова про жизнь. Сегодня 15 ноября 2023 года, и мы с вами на выставке. Называется Международная выставка «Форум Россия». Пойдем посмотрим, что тут интересного. Друзья, сейчас мы с вами пройдем вот через этот коллайдер. Идемте смотреть. Такая обстановка здесь. Людей довольно-таки много. Учитывая то, что сегодня среда, это еще не так много. Наверное, выходные дни здесь бывает гораздо больше людей. Вот такая красота открывается, когда мы смотрим сбоку на этот коллайдер. Перед нами России. Вот прямо сейчас мы на пороге невероятного путешествия сквозь пространство и время. Перед вами галерея достижения России. Тут вот это я читаю, что здесь написано. Вы можете остановить и прочитать. А мы пошли вперед.
COVID-19 была изобретена в России. Так, услышите ли вы что-то? Можете услышать? Нет? Продолжительность жизни человека 74 года в России, друзья мои. Да, не так уж много, конечно. Средняя продолжительность. Внутренний туризм, друзья мои, смотрите. Чебурашка. Более 22 миллионов просмотров. Тоже я не смотрел. Наш вызов. Легендарный фильм. С удовольствием смотрела несколько раз. Игры будущего в Казани, 2024 год. Конечно, снимать сложно, потому что все идут, все снимают. Друзья мои, спасибо вам за просмотр первой части этого видео. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся. И будет продолжение.